23 вересня на стадіоні «Метеор» у Дніпрі відбудеться спартакіада для атовців. Захід проводять уже втретє. На сьогодні зареєстрували близько 150 учасників з усієї області. Змагатимуться бійці у 5 дисциплінах – стрільба з пневматичного пістолету, настільний теніс, біг, бадмінтон та плавання. Головна мета спартакіади незмінна – організувати дозвілля для бійців та їхніх сімей і пропагувати здоровий спосіб життя. Також, зазначають психологи, це один із дієвих способів подолати посттравматичний синдром. Мы понимаем, что когда ребята занимаются спортом, уходит вот эта агрессия какая-то, которая у них внутренне накапливается. Они общаются между собой, и таким образом нет тех негативных последствий, о которых мы очень часто слышим. Вчера я знаю, что есть случай там суицида. Вот, поэтому вот все наши мероприятия, которые мы проводим, и в том числе спортивные, они все-таки больше направлены на социализацию и на адаптацию ребят к мирной жизни. Мы с радостью предоставим свои базы, судейская коллегия готова. Это мероприятие важно для нас, для участников, и, наверное, это мероприятие поможет нам всем понять, что сегодня мы находимся в сложных политических условиях, и наша помощь участникам АТО, членам их семей, волонтерам, мне кажется, что будет уместно. Это важно, потому что, во-первых, ты не только занимаешься спортом, но еще помогает нашему ветерану реабилитироваться, социализироваться и поддерживать, скажем, себя таким, в тонусе и ощущать такую активную жизненную позицию.